Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый костюм для аниматоров. Это костюм Фиксик Симка. В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов фиксиков Симка. В предыдущем видео мы уже рассматривали варианты другие. Сегодня это новая моделька, представленная из материала велюр. Вот так вот выглядит он в упакованном виде, в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Упаковка уже идет с ручкой. То есть очень удобно, то что не нужен дополнительный пакет никакой, очень удобно нести. Упаковка на молнии. Легко открывается, закрывается, и можно, когда поносите, обратно сложить это. В товаре у нас визитка интернет-магазина. На ней вы найдете всю интересующую вас информацию. И давайте посмотрим, что состоит комплект. В комплекте идет пояс ярко-оранжевого цвета. Он идет на липучке, регулируется по талии, то что очень удобно. Пояс из велюра. Далее в комплекте идет на плечи вот такой вот как эмблемка вместе с таким вот как бы сумочкой, кармашком. Данный кармашек он расстегивается, и в него можно складывать какую-то либо атрибутику, либо может быть даже мобильный телефон, то что очень удобно. Он такой довольно плотный. Ну и вместительный. Здесь у нас рука фиксика, эмблемка. И одевается на плечики. Также все сделано из велюра. Далее в комплект входит имитация обуви. Вот такая вот обувь. Ботиночки большие, их можно одевать как на обувь, так и на голую ножку. На подошве у нас идет заменитель кожи. Ботиночки не одноразовые, их можно много раз одевать. Очень удобные, также сделаны из велюра, они довольно плотные. Ярко-оранжевого с желтым цветом. В комплекте идет головной убор, вот такой вот объемный головной убор. Ярко-оранжевый с малиновым. Здесь вот все блестит, все переливается. Головной убор, он универсальный. Подходит абсолютно на любую голову. И в комплекте у нас еще также идет, конечно же, основное. Это комбинезон. Комбинезон Симки. Сзади он идет на молнии. Ярко-желтого цвета, рукава довольно плотные, вот на видео вы можете наблюдать, что он рукава плотнее, чем сам остальной комбинезон, он тоже и также сделан из велюра. Так вот выглядит комбинезон. Здесь накладочки на ногах идут, и такие дальше по краям идут малиновые вставки. Здесь все качественно прошито. Смотрите, все строчки ровные, все аккуратно, нигде ничего не торчит. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонить нам по телефону.